Друзья, всем привет! В этом видео я хочу с вами поделиться важной информацией для туристов, которые сейчас находятся за границей, которые застряли за границей и не могут вернуться в Украину. Почему? Потому что с полуночи 16 марта на 17 марта регулярные рейсы полностью закрыты. Итак, давайте разберем структуру видео. Первое, что я вам расскажу, что вам нужно делать в этой ситуации. Второе, мы разберем один вопрос, который касается медицинской страховки. И третий пункт – это информация по взаимопомощи между туристами, которые застряли за границей. Итак, первое, что нужно сделать туристам, которые застряли за границей, это зарегистрироваться в специальной системе от Министерства иностранных дел «Друг». Значит, в этой системе вам нужно будет указать ваше положение, вашу ситуацию, ваши данные. И, в принципе, это самая простая система, с помощью которой вы можете заявить о себе и вашем положении за границей. Это нужно сделать обязательно, но, тем не менее, система иногда может тормозить, иногда может виснуть. Тем не менее, ребят, это обязательно нужно сделать. Второй пункт, который вам нужно обязательно сделать, это обратиться в посольство Украины, в стране, в которой вы пребываете. Обязательно укажите ваше ФИО и вашу готовность отправляться в Украину. Сделать это можно, в принципе, с помощью электронной почты, либо по телефону. Поэтому, ребят, обязательно этот пункт выполните, пожалуйста, и сообщите о вашем положении, где вы находитесь и в каком вы положении. После того, как вы успешно дали знать о себе Министерству иностранных дел Украины, вы прошли эти два пункта, ребят, ожидайте инструкций и следите за важной информацией, оперативной информацией, официальной информацией на сайте Министерства иностранных дел в Украине. Это обязательно делать, ребят, чтобы поменьше вы обращали внимание на различные фейки, которые публикуются в соцсетях. Пожалуйста, не обращайте на это внимание, потому что все это бред бредовейший и, я не знаю, предназначено для того, чтобы, скорее всего, создать панику. Вам же нужно смотреть именно информацию, которая идет официально от нашего Министерства иностранных дел Украины. Еще одна подсказка небольшая, друзья. Значит, смотрите, на сайте Министерства иностранных дел Украины есть специальный раздел, в котором указаны контакты всех дипломатических учреждений за границей Украины. Ссылочку на этот раздел я обязательно оставлю, поэтому если вы не знаете, если вы находитесь в какой-то стране, вы не можете найти контакты дипломатического учреждения Украины в этой стране, заходите на этот раздел на сайте Министерства иностранных дел Украины и ищите контакты той страны, в которой вы находитесь. Итак, хочу еще дать ответ на один вопрос, который задают некоторые туристы, в том числе и до меня некоторые обращения поступают. Значит, спрашивают туристы, могут ли они попасть в Украину автомобилем, либо любым другим наземным путем. Смотрите, значит, Украина пропускает. Есть некоторые пункты, которые работают и пропускают туристов в Украину. Ну, украинских граждан они пропускают. Они не пропускают иностранцев, но пропускают украинцев. Не все эти пункты работают, но они есть. Есть, в принципе, ссылка с картой на все эти пункты. Ссылочку тоже я оставлю в этом видео. Но, ребята, если вы хотите доехать в Украину и хотите использовать какой-то наземный транспорт, смотрите, вы можете столкнуться с ограничениями, которые вводят другие страны. Давайте я вам для примера приведу Чехию. Смотрите, значит, у меня есть знакомые, которые застряли сейчас в Чехии, и наземным путем они просто не могут выбраться, потому что если они будут ехать в Украину автобусом, либо автомобилем, либо каким-то, ну, любым вариантом, который касается наземного транспорта, они просто не могут преодолеть по маршруту территорию Польши, которая закрыла границы для иностранцев. То есть биометрия в этом случае у вас не прокатит, и вы можете еще хуже того зависнуть где-то в какой-то части, которая будет вам вообще просто неудобна для вашего места пребывания. Поэтому, ребят, наземным путем в ближайшее время в Украину попасть, скорее всего, у вас
наверное, не получится. И вам нужно ожидать обратной связи от тех украинских учреждений, которые занимаются подготовлением групп, списков для того, чтобы вывозить украинцев из-за границы, из стран вашего пребывания специальными нерегулярными рейсами. Второй пункт, который я вам обещал рассказать в этом видео, касается медицинской страховки путешествующих за границу. Итак, ребят, смотрите, очень важный момент. Первое, что туристы столкнулись с некоторой проблемой, вернее, это не проблема, это условия договора на медицинское страхование, и это условие есть, по крайней мере, у двух самых надежных страховых компаний в Украине, которые предоставляют такой вид услуг. Итак, значит, очень важно отнестись к пункту, тому, что если вы поехали за границу и вы оформили, к примеру, там страховку на период вашего пребывания за границей, естественно, вы не ожидали, что вы окажетесь в такой ситуации и что вы зависнете за границей дольше положенного срока, который вы думали провести за границей. И ваш страховой полис прекращает действие. Там есть срок действия страхового полиса. Я думаю, как правило, всегда... Как правило, туристы всегда стараются сделать его по рамкам срока пребывания и не делать его больше, чтобы на этом сэкономить. Так вот, друзья, значит, если вы находитесь за границей и вы хотите продлить, либо сделать новый страховой полис в украинской компании, почему в украинской? Потому что это как минимум в 2-3 раза дешевле, если вы сделаете эту страховку за границей, то вас страховка это работать не будет, потому что, по крайней мере, в страховой компании ПЗУ есть такой пункт о том, что когда вы оформляете эту страховку, медицинскую страховку, турист должен находиться на территории Украины. То есть он еще не должен находиться за границей. Если на момент оформления этой страховки турист находится за границей, все, этот полис будет просто бумажкой. Он не будет работать при наступлении страхового случая. Обязательно обратите на это внимание. Да, возможно, какие-то другие вам страховые компании скажут, что страховка будет работать. Возможно, в каких-то других страховых компаниях нету такого пункта. Но есть страховые компании, которые выполняют свои обязательства по страхованию, а есть, которые это просто бумажка, и она ничего не значит. Это просто выкинутые деньги. Ребят, если вы находитесь за границей, вам нужно пользоваться только страховой компании, которая действительно оказывает медицинские услуги. Следующий пункт, ребят, который касается страховки, это ее распространение на случаи, только которые предусмотрены страховым договором. Это вы можете почитать каждый в своем страховом полисе. Значит, при наступлении диагноза коронавируса, если вам устанавливают диагноз коронавирус, действие страхового полиса прекращается. Все, ребят. То есть дальше вступает в силу организации там санэпидемназначения. Насколько я пытался разобраться, это неофициальная информация, они как бы бесплатные. Но если что, если у вас есть какая-то информация по этому вопросу, конечно же, напишите все это в комментариях под этим видео. И еще один пункт, третий, который я вам озвучил в начале видео, это пункт, который касается взаимопомощи между туристами, которые находятся сейчас за границей. Значит, смотрите, некоторые туристы в той или иной стране создали оперативные чаты в мессенджерах. Значит, к примеру, таким вот чатом есть, насколько я знаю, пока что у меня есть информация только по одному такому чату в Телеграме «Хочу домой Чехия». Ссылочку на этот чат я обязательно оставлю в описании к этому видео. Поэтому, друзья, обязательно заходите в описание к этому видео и читайте информацию. Там я размещу полезные ссылки, которые вам могут пригодиться. И еще такое просьба к туристам, которые смотрят это видео, либо лицам, которые смотрят это видео. Если вы знаете
такие чаты, которые создали туристы за границей для того, чтобы оперативно обмениваться информацией, для того, чтобы максимально быстро добраться в Украину. Обязательно укажите эти ссылочки в ваших комментариях под этим видео. Это будет полезно для всех туристов, которые, ну, видят это видео. Ну и в завершение, ребят, хочу сказать вам, держитесь, пожалуйста. Я понимаю, что процесс возврата всех туристов, которые застряли за границей, скорее всего, не будет быстрым. Это не будет по щелчку пальцев, это не будет в течение 5 минут, это не будет в течение дня. Потому что, к примеру, у меня знакомые, которые застряли в Праге, пытаются выбраться с нее еще с 14 числа, а сегодня 17 число, и пока что у них нету никакой информации. Ребят, пишите все, что вы знаете по этой теме, обязательно в комментариях под этим видео. Если у вас есть какие-то полезные советы туристам, напишите это все, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Я буду передавать эту информацию своим туристам, ну и те, кто увидят это видео, тоже смогут этим воспользоваться. Всем желаю только удачи, хорошего настроения, друзья. Пускай хранит вас Господь Бог. До новых встреч. Пока-пока.